Друзья, сегодня хочу еще раз вернуться к дорогам города Саратова. Мы с вами где-то 2 месяца назад обсуждали эту тему и говорили о необходимости увеличения финансирования. Без этого не получится привести в порядок наши городские дороги, тротуары. И, конечно, эти средства должны эффективно использоваться. В этой связи говорил, что многие аналогичные города, такие как Волгоград, Воронеж, тратят на дороги средств намного больше. Нам 1 миллиард был выделен за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Эти средства в объеме 600 миллионов пошли на Трофимовский мост и 400 миллионов на дороги города. Сумма очень маленькая. Еще 1 миллиард был возвращен городу как средство, собранное ранее, в виде транспортного налога. И здесь хочется отметить решение, которое принял губернатор. За это ему спасибо. Правильно, чтобы все средства, собираемые в области за счет транспортного налога, оставались в городах, районах Саратовской области. Сегодня хочу вам сказать о том, что наши с вами надежды на то, что город получит еще дополнительно ресурсы, сбылись. Принято решение о выделении 707 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт городских дорог. Это нам позволит многое успеть сделать. Вы знаете, что в паблике мы обсуждали этот вопрос в начале июня. Вы предложения свои обозначили. Порядка 213 дорог были отмечены как проблемные. И в этой связи обращаюсь с просьбой к Михаилу Александровичу Исаеву, нашему мэру, посмотрите весь этот перечень дорог, которые люди обозначили как проблемные, требующие ремонта. Мы вам этот перечень отправили сразу. У вас было время посмотреть его, изучить. Ну и, конечно, учитывая сегодняшнее решение, есть возможность отремонтировать эти дороги. Со своей стороны хочу сказать одно. Дороги нужно ремонтировать не рядом с зданием администрации, мэрии города, а начинать надо с начала города Саратова, с въезда в город Саратов. Посмотреть Ленинский район, посмотреть Заводской район в первоочередном порядке, посмотреть другие районы города с позиции необходимости ремонта, учитывая состоявшееся решение, в срочном порядке необходимо выверку сделать тех дорог, которые можно отремонтировать в рамках вот этой суммы 707 миллионов, и на будущее не сбавлять темпов. Хочу сказать, что мы впервые, наверное, за 10 лет вышли на те объемы, а общий объем составляет 2 миллиарда 707 миллионов по городу Саратову. Обращаюсь к коллегам-депутатам, уважаемые коллеги, хотя лето, это время для кого-то отпусков. Вы видите, сколько у нас задач стоит? Постарайтесь забыть о том, что есть отпуска. У нас с вами большие задачи. Решать их придется в августе, сентябре, октябре. Последний месяц, потому что погода уже начинает меняться. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь был эффективный контроль за тем, что люди так ждут. Дороги. Саратов у нас должен измениться. И сегодня это возможно, это в ваших руках.